Пойдемте за модулем для Курта. А что это за место? Самый большой храм страны. Люди верили, что внутри живет Бог. Но я сижу здесь уже лет 10 и пока его не видел. Так, вот они еще обсуждают между собой тут. Между собойчик у них тут. Тык-тык-тык-тык-тык. А. Так, тут как-то хитро, да, надо забираться туда. Как-то хитро. Но тут понятно. Как бы. Тут все ясно. Блин, сейчас темнеет, еще темно будет. А вот как повыше. Там лестница. А, так я, может. Слушай, лестницу, может, отсюда спущу, получится. Отсюда допрыгну я. А, не, отсюда я не допрыгну. А вот это. Ничего не дает. Так. Хороший вопрос. Как же нам тогда туда метнуться? Так, ну здесь, наверное, мы можем. Сюда, наверное, сможем. А, огромное здание. Ну, те, кто его строил, верили, что они так будут ближе к Богу. Но когда началась эпидемия, это никого не спасло. Почему ты убил миротворцев? Я никого не убивал. Я защищался от тех, кто хотел меня ограбить. Ты разве не делал бы то же, если бы вломились в твой дом? Не знаю. У меня нет дома. Ох, какая красота-то тут. Так, ладно, лестницу мы спустим. Теперь нам выше надо, что ли? А что это нам дает-то? Так. Во, что нам дает это? Вот что нам это дает. Пиздец, какой трудный подъем. Чудесно, да? Шедевр архитектуры, вершина достижений и венец славы наших предков. А мы карабкаемся по нему, как мартышки. Готово. Я добрался. Так, давай посмотрим, что это такое. Статуя сваливших. Вах, ты вообще видончик-то. Давай-ка отсюда биноклем-ка засветим, попробуем. Так, что-то поймали, ветрячок. Темнеет. Очень-очень темнеет. Так, ну с этой стороны, да, тут ничего нету. Так, отсюда посмотрим. Так, это мы засветили. Так, электростанция. Центр. А мелкие не берет вроде, да? О, ВГМ аномалия. Часовня. Ну и ладно. Так, отсюда
А тут я смотрел, да? Вроде. Тут он что-то даже прицел не появляется. О. Мелкие не берет. Нашел. Молодец. Вижу, тебя трудно обескуражить. Я упрямый. Хорошо. Возможно, ты мне пригодишься. Возвращайся. Так, тебе возвращаться? Давай попробуем. Опа. О, четко. Приземлился. Так, что у тебя тут есть? Так, у тебя порыскать у тебя что-нибудь. Гусар, чертеж сабли. Вон, сабля бегает. Нашел? Хорошо. Подожди минутку. Уже готово? Было несложно. Ладно. Что за сюрприз? Что ты хочешь взамен? Ты мало что можешь мне предложить. Стоп, что? Я программист, живущий среди людей, которые только едят, срут и спят. Что ты можешь мне предложить? Свиную шкуру? 5 бутылок самогона? Сюрприз в том, что я сделал это за твою дружбу. Ого, вот это сюрприз. Я польщен. Ага. Ты обошел мои ловушки. Справился с защитой. Давай доверять друг другу, Эйден. Это и будет моей наградой. Хорошо, Курт. Им спасибо. Так, разблокированная безопаска убежища Курта. Так, мы теперь вниз можем спуститься, да? Я так понимаю. Так, а дальше что у нас? Так, а дальше, Так, у меня курьеры проснулись. Курьеры. Так, Хуан Райнер хотел подслушать Джека Мэтта, чтобы узнать его планы, но устройство для прослушки сломалось. Так, доложить Хуану. Значит, к Хуану пойдем. Пойдем к Хуану. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Хуан, Курт починил жучок. Я знал, что ты справишься. Этот тип живет в каком-то своем мире. Я говорил тебе, что он немного не в себе. Вот почему я не люблю оставаться в одиночестве. Не хочу, чтобы такое случилось со мной. Что дальше? Только не по рации. Приходи ко мне на корабль. Так, пойдем на кораблик. Так, нажмите, чтобы открыть карту, воспользоваться быстрым перемещением. Ну, это я и так знаю, что у меня. Прям сейчас хочет. Сейчас давайте подчистим локацию эту немножко. А спальник-то где? Подожди. А спальник наверху где-то, что ли? У Курта-то. Так, там у меня зона. Светящаяся. Так, чё спим-то?
Блять, от выстрелов не просыпаются, да? Барбосы. От выстрелов не просыпаются. Тогда посмотрим, где спальник-то. Точно не понял. А, вон здесь, рядом спальник-то получается. В принципе. Давай-то. Сделаем день. Да пойдем к Хуану. Так. Хотели быстрым перемещением, да? Давай, переместимся тогда. Энергия восстановлена. Сей факт переломит ход войны. Так, обязательно все скупим. У меня правильные цены. Вот это я понимаю. Хорошее приобретение. Весьма впечатляет. Стоять! Вор! Просто шучу. Война с ренегатами не имеет смысла. Зараженные. Вот настоящие враги. Сегодня не слишком оживлённо. Отжиматься, слабаки! Отжиматься! Меня. Блин, залез-то в нору такую, ё-моё. Хуана этот. Лучше расскажи мне, как ты. Нет. Недавно мне выпала честь получить взвучку от Райнера. Всё сделал. Он лично сделал. Вот, работает. Тише. Иногда и у стен есть уши. Ты знаешь, что это, Эйден? Похоже на гранулы, картечь. Диуске 300. Это яйца, Эйден. Мелкие вылупятся цыплятки. Это рыбьи яйца. Белужьи, если точнее. Прямо из Каспийского моря. Говорят, это единственная настоящая икра в мире. Просто тает на языке. Почувствуй вкус темных волн глубокого моря в далекой стране. В этом мире много красивых вещей и прекрасных ощущений. Классных парней и красивых девушек. Но мрачные ворчуны не замечают этого. Они убивают ради будущего и забывают о настоящем. Они? Прежде всего, майор Мэтт. Пожалуйста, присоединяйся ко мне. Я позаботился о лампах. Мэтт не сказал тебе, зачем ему лампы там, где еще нет электричества? И как он собирается все провернуть? Вот о чем я думаю. Свяжись с ним. Скажи, что лампы будут доставлены к телецентру. Мэтт, лампы готовы и ждут тебя. Я понял, Эйден. Молодец. Надеюсь, Хуан не доставил тебе хлопот. Хуан сказал, в телецентре нет электричества. Зачем нам УФшки, если не можем их включить? Ха, Хуан просто несет чушь. Не волнуйся. Хуан погавкал на меня, но я разобрался. Хороший подход. К бешеным псам лучше не подходить слишком близко, а иногда их проще пристрелить. Эйден, нам нужно встретиться и поговорить о том, как заполучить эту антенну. Жди моего сигнала. Понял. Тебя. Как видишь, Джек любит отдавать приказы. Держи под рукой свою рацию. Скоро тебе сообщат о встрече. Так, хорошо. Пока что делаем. Привет, солдат. Дождитесь вызова Мэтта. Thank you.
Отжиматься, слабаки! Отжиматься! А тут что за... Что за задание тут? А ты что хочешь? Блин, так орут, галдят. Так, давай посмотрим, что-то хотят. Так, черная вдова, побочка. 2000 опыта, нормально. Так, клуб книголюбов. Тоже побочка. Ну, давай, наверное, возьмем, посмотрим. Пойдем, кое-что покажу. Я знаю, ты помогаешь людям. Да, иногда я помогаю людям. Я тебе заплачу, конечно. У меня есть чем. Это все мое. Мое и моего отца. Я пришел не за новой юбкой. Давай, рассказывай, что тебе нужно. Хорошо. Но пусть это останется между нами. Папа не должен знать. А, ты собралась потратить его деньги? Чепуха! Я пытаюсь помешать подружке папы тратить его деньги. Эта Елена вертит им как хочет. Они вместе только месяц, а она уже потратила его сбережения. Он даже заложил магазин. Ее нужно остановить, или мы разоримся. Вот, возьми. Это все, что у меня есть. Если так пойдет дальше, она убьет его. Погоди, что? Убьет? Так было с ее бывшими. Они все умирали вскоре после того, как влюблялись в нее. Чем докажешь? Как насчет 4 трупов? Все ее бывшие мертвы, кроме последнего. Его зовут Джош. Ему удалось вырваться из ее лап живым. Уверен, он много может о ней рассказать. Найди Джоша, расспроси его. Может, это единственный способ спасти моего отца. Где найти Джоша? Он часто бывает у Фрэнка. Надирается в стельку. Обычно после заката. Но уверен, он докажет, что Елена убийца. Так, черная вдова. Отпуск уже завтра. Найдите Джоша ночью в рыбьем глазе. Ну давай, давай. Так, тут у нас ничего? Нет заданий? Побежали в рыбий глаз тогда. Так, и... Как сказал, пусть полуночь, да, нам ночь нужна. Эйден, у нас скоро встреча в закусочной. Присоединяйся. Хорошо. Так, а это мать, что ли, вещание, ё-моё. Так, закусочка тоже здесь в рыбьем глазе, что ли? Только взял побочку, блин. Ну уже, расскажи. Она все еще встречается с... Я ищу Джоша. Что? Лишние зубы? Его тут нет, слава богу. Эйден? Если Елена к тебе подкатывает... Айдар, это ты? Привет, Пилигрим. Это мой сын. Ойр, это Эйден. Мы виделись, когда твой отец был болен. Как ты, Ойр? Отстань. Ойр. Прости его. У него трудный период, многое изменилось. Что случилось? Видишь ли... Мы с Патрицией разошлись. Как только я поправился, первое, что захотел сделать, покончить с этим уёб... Прости, малыш, прикрой уши. Ты имеешь в виду этого ублюдка Вальца? Ты уже 100 раз называл его так при мне. Да, его. Патриция просила меня не... Но я хотел отомстить Вальцу за моих людей, за Лукаса. А он постоянно ускользал от меня. Понимаешь? Ты его поймал? Нет. Сразу как я встал на ноги, я начал его искать. Патриция умоляла меня. Когда я вернулся, через несколько дней дом опустел. Патриция уехала и забрала с собой ребят. Почти все их вещи тоже. Я нашел только письмо, в котором было лишь несколько слов.
Судя по всему, когда я был в старом Велидоре, Патриция сошлась со своим первым мужем. И что она нашла в этом нудном старом учителе? Он просто учитель, господи, пап. Оер, я знаю, что ты просто защищаешь маму. Хотя, если честно, они не живут вместе. Не знаю, что происходит. Мама уехала, потому что устала от всего. Ей надоело. Да, это правда. Очень надоело, полагаю. Неопределенность. Страх, что я не вернусь живым. Тогда обжигнем. Теперь у меня только одна цель. Вернуть мою семью. Я знаю, что ты чувствуешь. Иногда, стремясь к... Ты... Да, сестру. Вальц должен что-то знать о ней. Надеюсь, ты не потеряешь себя, как потерял я. Патрит, только мой младший сын рад мне. Я учу его обращаться с оружием. Не... Постой. Помнишь Лазаря? Это хорошее оружие. И вряд ли оно мне пригодится. Я должен был им убить Вальца. Сделай это за меня. Так и сделаю. Пока, Оер. Отстань. Так, у меня Лазарь теперь есть. Твоя мать. Посмотрим, что это такое у нас. Лазарь. Так, 70 урона. А, так она еще умирающая. А смысл от него? Что-то смысл-то особо непонятно. Когда-нибудь говорит? Ладно, посмотрим. Говорил, что забыла пальто, и ты его принесешь. Черт, я забыл. Ладно, хорошо. Я схожу за ним. И принеси конструктора видео, потому что он взял мой. Я могу еще чем-то. Знаешь Джоша? Я его ищу. Купи выпить, может, я что и припомню. Сначала скажи. Еще одна рюмка, и толку от тебя не будет. Джош, где ты здесь? Или надирается в стельку, или... Друзья, пап. Ты и твои синюшные друзья, отъебитесь от меня. Так, вот это что стоит? Я 5 лет кулаками машу, а в мясорубку не зовут. А это что тут за подруга? Ой, не строй себе обиженку. Я просто похвалил твои сиськи. Давай я сделаю комплимент тебе по яйцам. Все в порядке? А вот ты где. Стоило тебе отойти, и сразу пристал какой-то урод. Извиняй, чувак, я тут присматривал за твоей девушкой. Так где твой парень? В баре. Покупает мне пиво. Давай, возьми и себе кружечку. Давай. Я тебя раньше не видела. Откуда ты? Не имеет значения. Я ищу друга. Не видела Джоша? Он здесь завсегдатай. Может быть. Тебе зачем? Хочу с ним посплетничать. Я тоже могла бы обменяться историями. Но если я его увижу, я дам знать. Пока. Эй, а пиво? Не волнуйся, я допью. Живешь на широкую ногу? Слышал, ты спрашивала о Джоше? Ищи его на крыше. Он кое-кому в баре дал по роже, а потому его здесь не жалуют. Спасибо. Так, хорошо. Вот это что стоит? Павлин. Какие? Павлин стоит. Павлин, мавлин. А, это вещание. Ага. Это у нас по вещанию пойдет. Это хер так, пойми, кто бы. Хорошо, разберусь сначала с этим Джошем. С крысами не разговариваю. А потом уже будем вещание включать. Поставить. Так, куда? Где на крыше-то он? Я слежу за тобой, Пилигрим. Иди в задницу. Следила, блин. Блин, на каком крыше? А, там где-то. Лучше вместе с зараженным сидеть, чем с миротворцем за. А что это у меня там неизвестное место прям? Опа! Опа! Опа, опа! Куда я приземлился? Фу! Ё-ма, а чё там такое? Решётка? Интересно.
Так. А мне дальше как, чё, куда? Никак ничего, да? Кто-то меня там палит. Кто-то меня там палит. Так, куда мне как забраться? За мной бежишь, что ли? Да ты чё? Когти, конечно, хорошая штука, но... Оно долгое. Так, ну я сюда залез как-то без понта вообще. Вот совсем без понта. Так, у нас что-то есть, да, внизу? Да. Ну давай, давай, иди сюда. Да, когти без понтов, нафиг. Так, вот у нас на крышу вход. Так, ну а понять, что там за неизвестное место у нас. Это музыка прям. А вы чё тут? А, это убежище его, наверное. Вот чё. И зомбики сюда в ряд стоят. Вот и неизвестное место. Джош, хотел поговорить о Елене. Тебя Елена послала? Она что, последнюю заначку спустила? Или она хочет со мной встретиться? Никто меня не присылал. Говорят, ты знаешь о Елене кое-что интересное. Ага, конечно. Ты хочешь трахнуть ее, как и все мы. А теперь исчезни, пока я не разозлился и не подправил тебе лицо. Я тут музыку слушаю. Бля-бля-бля! Быстро! Дурачок! Ну и чё, что ведут? Так, давай, сейчас мы... Так, где у меня? Где что у меня? Так, вместо фонарика поставим сейчас. Я познакомлю тебя с моими собутыльниками. В кабинет! Что? Предохранители! Живо! Ну отстань ты. Что ты очкуешь-то? Главное, очкуй. Я что-то вижу. У нас нет времени целый день здесь толкать. Опа, а чё? Давай постреляем, побалуемся, чё? Патроны кончились. Так. Так, они не кончаются, походу, да? А мне не дают что-нибудь? А, они ничего не дают. Нафиг они там нужны? Так, ладненько. Так, чё у меня? Так, ну мелочь дает. Спасибо. Коктейль Молотова.
Так, дробовики не дают. Тоже не те варианты, видимо. Так, давай дальше беседу. Говори, что такого ты знаешь о Елене? Ладно. Мы с ней встречались, когда ее муж погиб. И ее мужчины помирают. Трое подряд, понимаешь? Я тратил на нее все свои деньги, как в последний раз. А затем, бац, и нет их. Тут я быстро в себя пришел и понял. Яд! Она травила своих любовников. И меня тоже. Яд? Какой? Есть у нее старый рецепт. Кажись, бабуля по наследству оставила. Видимо, у тебя было алкогольное отравление. Думаешь, я разницы не знаю? Выпивка меня и спасла, я уверен. Прибила этот яд в моей крови и спасла мне жизнь. Елена, чертова ведьма. У нее в квартире куча такой херни. Хранит ее в оранжевых банках. Сам посмотри, на корабле. Хорошо, я проверю. Так, ну давай разбираться с ведьмой тогда уж. Так, тут у нас все понятно тогда. А, бутылки пустые, ё-моё. Бутылки пустые. А ну, проснись, хорош спать. Так. Пойдемте разберемся дальше тогда. Что за ведьма там? Может, мне какой-то травы подкинут? Так. Блин, обладеть сделать-то. Ночью толком не видно ничего. Тебе это не понравится, но у меня есть одна просьба. Ты еще не расплатился со мной за прошлый раз. Ну что делать, если мне этого мало? Так, найти улики. А она там спит, да? Не, не спит. Стой! Одно неверное движение, и я прирежу тебя, как свинью. Ты? Значит, ты вор. Кто бы говорил? Да пошел ты! Это моя квартира. Вали, пока я не вызвала охрану. Давай. Они захотят узнать о твоем яде. Значит, ты нашел Джоша. И он сказал, что я пыталась его отравить. А еще ты морочишь голову торговцу, чтобы забрать себе его магазин и деньги. Верно? А ты умеешь хорошо убивать, верно? Послушай, мы все стараемся выжить. Я нахожу болванов, которые осыпают меня деньгами. И если они так делают, то для меня это беспроигрышный вариант. Но я никогда никого не убивала. Никогда. С чего мне тебе верить? Ты поверил пьянице, почему бы не поверить мне? Но не все так просто. Помнишь четырех мужчин, в смерти которых ты замешана? Почему ты думаешь, что их убила я, а не вирус или зомби? Послушай, сопляк, это лекарство. Моя мать была врачом и научила меня кое-чему. Откройте! Что происходит? Спрячь это быстро. Так, прикроем ее, да, наверное. Че тебе надо? Че пришла-то? Так, все, спасем ее. Давай дадим шанс, да, второй, как всегда. Ничего, немного поспорили. Громко, видимо. Что у тебя в руках?
Был анонимный донос, что здесь хранится яд. Это связано с убийством. Если это действительно яд, эту женщину завтра повесят. Ты должен мне помочь! Слышишь меня? Пожалуйста, я не убийца! А что ты орешь? Найди ведунью на острове Святого Павла! Она поможет! Она чумная ведьма! Покажи ей, что ты нашел! Чё сразу орать-то? Я-то чё при чём? Такая деловая, блин. Так, чумную ведьму. Так, чё тут ещё есть? Ну, не так, чтобы у неё тут, как у ведьмы, всё по баночкам. Так, нормально. Ножичек, глаза в баночках. Так, пошли к чумной ведьме тогда. Где она у нас? Блин, а поближе не могла найти чумную ведьму? Офигеть. Поближе не было ведьмы чумной, блин. Так. И как мне сюда добираться, я даже не знаю. Так, от этого... Блин, у меня тут нету, да? Быстрого перемещение. Вот это плохо, кстати. Было бы очень удобно. Так, метро пора открывать. Так, могу отсюда тогда. Здесь у меня метро. А, тоже метро не открыто. Блин. Засада, засада. Так, мне день нужен. Где у меня спальники? Блин, у меня само спальники такой в метро, блин. Да еб... ТПРСТ. Так, давай сразу-то. Так, то сейчас день сделаем, добежим. Разберемся с этим моментом. В лес. Я думал, тут делов на 5 минут, а тут целая серия сюжета, блин. Сейчас собор там какой-то открывать придется. Что у меня есть? Навык есть. О, нормально. Вот у меня навык появился. Так, во время бега ЛТ, во время движения вперед. Попробуем. Попробуем. Так, теперь надо будет 50 тысяч надо, чтобы заполнить паркур. И вот отсюда и побежим как раз. А, тут на выносливо чисто. Такая фигня. Прикольно. Но здоровье тоже забирает. Со всех сторон. Правда? Поливайте их, парни. Разорвать бы. А что стрелять не могу? Это твоя последняя остановка, засранец. Бля, почему стрелять не могу? Так, подожди, а что я не могу стрелять-то? Я тебе покажу, что я не шучу. Надо? Че у меня тут бита какая-то непонятная? Так, давай-ка разберемся. Че у меня тут ничего не работает? Так. Во-первых, на низ ножи. А во-вторых, пистолет у меня кончится. Почему это пустой торчит, я не знаю. Что-то его пустой заглючило, видимо. Так. До свидания. Мне пора. Что ты так ненавидишь?
Надеюсь, это не то. Как тебе такое? Нормально. А мне так все нормально. Так, еще один готов. Красивенький. Кто там трындит еще? О, еще чумной, отлично. Три чумных осталось. Так, мне в ту сторону. Так, долетим куда-нибудь? Что-то он прям вниз так пошел жестко. Я никто. Просто дай мне выйти. Ну, залазь. Давай, терпи, Дима, этого чувака. Так, бегом попался. Красавчик. Кстати, что-то еще есть в этом районе-то. Тут райончик для меня новый. Тут вроде ничего не высвечивается. Так, ветряк может открыть. Может открыть. Так, ладно, успеем. Ну, где вы там? Куда свалил-то? Бля, в текстуру ушел. Красавчик. Так, давай искать ведьму нашу. Я что-то видел. Что ты мог видеть? Так, ингибиторы, да, рядом у нас? Аномалия. Вот травки. Лаванда, ромашка. Говорят, ты пилигрим. Еще не нашел свое место. Врут. Все врут. А так, а что сюда у меня? Расспросите черную ведьму. А ты кто? Ты была пилигримом? Знаю, пилигрим – женщина. Это редкость. Но поэтому все шло гладко. Никто не заподозрил во мне пилигрима. Люди думали, что меня легче обмануть или ограбить, потому что я женщина. Но моя реакция и острый нож убеждали их в обратном. И поэтому решила все бросить? Я почувствовала, что на самом деле я все время от чего-то убегала. Может, от самой себя? А кто ты такая? Ты к ведьме вообще город отношения большой. Имеешь? Даже пилигрим может прижиться. Никто не судит тебя за то, что было, как в небольших городках. Кем ты был за стенами, за то, что ты однажды сделал и что тобой двигало. В городе можно затеряться. Так я и нашла свое место. А что насчет тебя, Эйден? Не хочешь остановиться? К
Кто знает. Сперва я должен закончить то, что начал. Понимаю. Но запомни. От себя не убежишь. Удачи, Пилигрим. Удачи, удачи. Я даже не очень понял, кто такая. Ну ладно. Ну ладно. Это ты, ведунья? Да, меня так называют. Мне нужно узнать, яд ли это. Можешь помочь? Это срочно. Ты и сам справишься. Сделай глоток, и скоро мы все узнаем. Я не шучу. Жизнь женщины висит на волоске. Помоги мне, чтоб тебя! Ты сражаешься за эту женщину, но найти стремишься другую. Что-то знакомое, но... Да. Принеси необходимые реагенты. Но ты прикалываешься. Реагенты? Времени нет! Быстрее никак? Хочешь быстрее, хлебни из бутылки. Устраивает? Ладно, будут реагенты. Где взять? Они редкие. Но их можно найти в полевом госпитале ВГМ, в соборе. Я-то думал быстро опыта срубить, а тут... Тут-то не быстро получается. Поищите реагенты в соборе. Где этот собор? Тут рядом, что ли? В соседнем? Так. Или что там за задания такие, я не понял. Там кто-то еще за стеной, что ли? Так. Ну да. Там, там торгаш какой-то с чем-то. Торгаш какой-то с чем-то. Или это бабка там сидит так? Блин. Заперто. Так, тут ничего не дают мне. Травки всякие растут, но не дают. Так, куда надо? Блин, чё ж перемещения-то быстрого нету? Ладно, побежали, чё. Так, как мне там пробраться? Парасете. Я парасете. Рядом контейнер с ингибиторами. Да я знаю. Еще не дошел до него. Здорово, чубрики. Здорово. Так, 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 и где искать? Разбросали. Я вроде все собирал, прибрался, убрался. Опять все набросали. Так, вон он у нас, мне ящики там. Так, тут спящие принцессы вокруг. Так, стоп. Так, еще. Надо. Еще надо. Так, блин, опять не ту кнопку. Так, все, готово.
где выход. Блин, столько времени на пустое задание, ненужное дополнительное. Но мне кажется, здоровье все-таки забирает момент. Но ночью, мне кажется, было бы, наверное, эффективно. Если тебя преследуют, бежать через толпу. Контейнер с ингибиторами. Ты вернулся, а я уж решила, что ты забыл о своей подруге. Реагента ВГМ насыпаем. Яд ли это? Сейчас узнаем. Тщательно мешаем, делая отсчет. Вылечит ли это или же убьет? А что это было? Стишок, чтобы скоротать время. Детям нравится. Значит, это яд? Вовсе нет. Это антибиотики. Да. 100 лет антибиотиков не видела. Получается, ими нельзя убить? Вряд ли. Их изготовил опытный лекарь. Великолепная работа. Я могу еще долго болтать об этом. Но там вроде чья-то жизнь на волоске. Так, ну что, значит, не убивай, да? Так, вот там торгаш что-то хочет, непонятно, что он хочет. Так, в камеру, быстро-быстро в камеру. Спасать Елену. Хотел бы, чтобы жители базара с нами больше разговаривали. Почему вражда? Мы все желаем мира. Давай, ускорение. Приходит ренегат к врачу. Я думал о том, ты что, не слушала на инструктаже? Лигу в нерабочее время. Правда? Дети должны чем-то заниматься. Выпустите меня! Я не виновен! Блять! Так, а как к ним попасть-то? Не хочу! Снизу, да? Снизу. Они скрылись. Но не думаю, что это были ренегаты. Не пора ли вам возвращаться на базу? Это все ты убийца! И тебя повесят за это! Ты просто дрянь! Ты ревнуешь, потому что твой отец проводит время не с тобой! Ты его разорила! Ты нас разорила, сучка! Так, с ней что-то не так, да? А, вот. Жули? Что ты здесь делаешь? Смотрю, как наконец торжествует справедливость. Эй, тихо там. Здесь тюрьма, а не птичий рынок. Стоп! Мейер, это не яд. Это антибиотики. Антибиотики? Чушь. Антибиотиков нет уже более 20 лет. Уёбывай отсюда. Ты это чё, правда? Дура, оборзела, она их сделала. Хорошо. Ты чё, тварь, блин? Выпей. Глотай эту штуку, докажи, что это не яд. До дна, солнышко. Иначе мы ее вздернем. Ах ты, овца тупорылая, блин. Я верю, ведунья. Ваше здоровье. Засвидетельствована. Этот мужчина выпил содержимое этой емкости. Это не яд. В связи с этим... Елена будет освобождена. Овца тупорылая, блин. Так не должно закончиться! Спасибо, Эйден. Я обязана тебе жизнью. Куда отправишься? В любом случае, подальше отсюда. Ночью мою квартиру ограбили.
У меня ничего здесь не осталось. Меня здесь слишком хорошо знают, и я не смогу жить так, как раньше. Как говорят, отправлюсь покорять новые вершины. Ты знаешь, что она забрала бы у нас все. Ты правильно сделал, что пожаловался на нее. Я сделал, что ты просила. Я все узнал. Жоли, о чем это он говорит? Небольшой опрос, папа, для нашего бизнеса. Подожди здесь. Я сейчас. Ничего не вышло, Эйден. Елена еще жива. О, нет. Был уговор, что я все узнаю, а не убью ее. Как ты уговорила отца сдать ее стражникам? Я ужасно боялась. Не знала, можно ли тебе доверять. Получается, что нельзя. Уходи. Я больше не хочу тебя видеть. Да вы что такие офигевшие все тут, а?